Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими экспертами. Олег, у вас достаточно известная структура для России. Расскажите, чем ваша структура полезна участникам рынка и вообще, что вы предлагаете, как вами можно пользоваться? Добрый день. Нам очень интересно участие в этой выставке, потому что мы, как консалтинговое подразделение, которое занимается бизнес-аналитикой, основанной на патентной информации, и выдает рекомендации российским компаниям, как действовать в той или иной ситуации, куда инвестировать. Нам очень важны отраслевые мероприятия, и мероприятие «Ресурсы роста, химия и жизнь» для нас очень оказалось приемлемой площадкой для того, чтобы представить исследование, которое мы сделали совместно с российским экспортным центром, косметические средства, которые показывают российским компаниям, каким образом выбирать направление инвестирования, как действуют лидирующие компании на рынке и в соответствии с этим выстраивать свои собственные стратегии развития на среднюю и долгосрочную перспективу. Это совсем молодая структура или это уже достаточно опытная структура? И что, как вами пользуются, вернее, какое количество участников рынка вами пользуются? Есть ли рост или куда тренд? Это компания 2 года. Компания, это подразделение, существует в структуре Роспатента 2 года. И для того, чтобы оценить темпы роста, мы в течение 2016 года выполнили одно исследование для «Газпромнефти». Сейчас мы делаем 22 исследования параллельно. В числе наших заказчиков практически все крупные нефтегазовые компании России, транспортные компании, химическая промышленность, медицина. И сейчас мы распространяем эту практику даже за рубеж. Мы ведем переговоры с австрийцами, сингапурским офисом для того, чтобы вести совместные исследования, помогать российским компаниям в условиях быстрого изменения технологий правильно выбирать направление инвестирования для выхода на рынки. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми экспертами и гостями.